Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и наконец-то я вернулся к вам, потому что я подзакончил с универом, и теперь у меня появилось время на то, чтобы заниматься другими делами, и сразу я возвращаюсь к каналу. И у меня для вас сегодня две важные новости. Первое — это расписание, и второе — это про монтажики. Сначала про монтажики. Монтажики на этом канале больше не выходят. Кому-то они понравились, кому-то они не понравились, и поэтому я только подтвердил свое решение, что для этого нужно создавать отдельный канал. Ссылочка на него в описании, там находятся самые, на мой взгляд, лучшие моменты из прохождений, которые сделаны там в 4, в 3, в 5 минут. И поэтому, ребята, если вам интересны такие видео, пожалуйста, дайте шанс каналу и зайдите на него, посмотрите. Ведь сделан он специально для людей, которым, ну, трудно смотреть большие прохождения, но им интересно посмотреть на интересные моменты из игр. Стараемся. Он активно также начинает работать с понедельника, и там монтажики выкладываются каждый день. Ну и на этом канале также будет несколько новых рубрик, но о них я не буду сейчас рассказывать, вы сами их увидите. Значит, у меня для вас маленькая новость. Завтра я начинаю, то есть с понедельника, я начинаю делать расписание на канале. Я решил на недельку поделать все по расписанию, то есть каждый день вы можете точно быть уверены, что у меня на канале выйдет как минимум 2 видео. Иногда могут выходить больше, но минимум 2 видео. Значит, выходить они будут в 12 по МСК и в 17.00 по МСК, то есть 12.00 и 5. Специально сделал, чтобы там более или менее время подходило под все часовые пояса. Не уверен, что это получится, у нас страна огромная, но попробуем так, то есть 12 и 17.00 каждый день строго по видео. Но иногда я буду отходить от этого расписания и делать по 3 видео, может по 4 видео, если вдруг что-то нужно будет срочно сделать, или просто у меня будет много видео, и я захочу побольше их выложить на канал. Но, повторяюсь, каждый день строго 2 видео. И да, это начинается с завтрашнего дня. И для тех, кто спрашивает, по каким играм будет, сначала я сделаю Emily Wants to Play. Я хочу поиграть в эту игру, я уже в нее поиграл у себя, я ее просто еще не выложил. Но да, игра шикарная, я знаю, что некоторые летсплейщики уже успели ее выложить. Для меня это не особая проблема, я надеюсь, для вас тоже. Игра новая, по-моему, она вышла, да, 2 дня назад. Я ее купил, как только она почти вышла. И еще, Undertale, и Monstrum, и все это также будет. И также я решил попробовать чуть-чуть изменить свой подход к прохождениям. Я надеюсь, вам понравится. Я не уверен даже, что все его заметят, но я, по крайней мере, попробую, чтобы моя творческая натура была довольна, и она такая... Для всех, кто интересуется насчет ФНАФа, теории и так далее, нет, ФНАФ и теории остаются, я буду стараться их делать почаще, но не уверен, что у меня получится сильно часто, потому что сессия у меня все еще не закончилась, но я постараюсь про это все не забывать. Новости о FNAF World там и все такое, они будут выходить как можно быстрее, то есть как только я о ней узнал, я сразу сделаю о ней видео, то есть примерно как сейчас. Даже если это будет нужно сделать 3-4 видео в день, я буду их сверх нормы делать, если понадобится. Так что да, ребята, я возвращаюсь, неделя прошла, и я чуть-чуть подразобрался с универом, и это шикарно. И теперь я могу наконец-то вернуться. Ну, а надеюсь, вам это понравилось, и увидимся с вами в следующих видео. Всем пока-пока-пока, и удачи!